Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Аксюша 2000. Меня зовут Оксана. Давно я не рисовала океан. Недавно была в музее, увидела эту картину и подумала, надо попробовать сделать ее акварелью. Конечно же, точно так не получится, так как это работа маслом. Ну, хотя бы передать настроение. Волны, темное небо. Мне нравятся вот эти просветы вот здесь, тучи. В принципе, небо здесь делится на три части. Эта верхняя часть, она более серая. Потом идет светлая часть, и я сделаю ее охрой. Может, немножечко добавлю кадмия. Ну и вот здесь такой, как фиолетовый и темно-синий оттенок. Потом вот эта часть океана темная. Естественно, белое надо оставлять для волн. Ну и вот здесь сделать растушевку светло-зеленого в темный. Тут есть разные такие другие нюансы, но я надеюсь, что я на них смогу обратить внимание во время работы. Если рисовать молча, то это легче, но когда разговариваешь, то можно легко потерять внимание и не заостряться на каких-то важных деталях. Например, как вот здесь вот эта волна. Она с этой стороны освещена, а с этой просто тень. Горы мы рисуем точно так. Если вот этот кусочек вырезать и вставить куда-то в ландшафт, то будет казаться, что это горы. Включаю освещение. В прошлом моем видео было много хороших комментариев. Спасибо большое. И меня спрашивали о кисточках. Я думаю, это были вот эти кисточки. Я себе здесь даже записала. Надеюсь, на экране видно. Вот эти кисточки фирмы Da Vinci, они полностью синтетические. Серия называется Раби Алиева. И я посмотрела, что это за Раби Алиева. Есть художница такая, я о ней раньше никогда не слышала. И как-то не запомнилось мне, чтобы сказать что-то об этой художнице. Кисточка вот эта, номер 2. И вот эта, номер 6. На этих кисточках больше не написано ничего, никакая там серия, потому что если вот это маленькая номер 6, то явно есть какие-то другие по номерам, и то же самое вот это. Хочу вам сказать, что для качества кисточки дорогие. Ну, Da Vinci делает кисточки дорогие, я бы сказала. Чем они мне не нравятся? Вот эта часть, вон, видите, вращается рукоятка. То есть вот это вот закреплено очень плохо, рано или поздно оно вылезет. Кисточка расширяется постоянно, на видео не видно, она блестит, но если вот так рукой проводить, то она вся в трещинах. И это случилось в первый же день, когда я первый раз пользовалась, и она вся разбухла, вся эта эмаль потрескалась. То есть это говорит о том, что нет хорошей упаковки. И рано или поздно вот эта часть вся потрескается, начнет гнить. Может, она уже там начинает, просто из-за эмали не видно. Здесь даже видно расстояние между древесиной и ворсой. Качество ворсы тоже, ну, так себе, средняя синтетика. Потому что у меня есть очень дешевые синтетические кисточки, но они намного лучше, чем вот эта кисть. Ну, то же самое вот эта кисть. То есть привлекательная как-то, что... Вот здесь такое толстенькое, тут тоненькое, типа легко рисовать. На самом деле нелегко. Вода и краска слишком стекают быстро, оставляют кляксы. И потом вы не можете провести мазок. Я сейчас не хочу, как сказать, демонстрировать, где-то в работе покажу. Но в принципе вы когда начинаете рисовать, кисточку поставили, вот тут будет клякса, а дальше почти линии не будет. То есть вот такие-то кисточки. Кто-то, конечно, спросит, ну так а чего ж вы их купили? Купили, потому что не знала, потому что увидела что-то новое на рынке, решила попробовать. Почему ими пользуюсь? Ну потому что они есть. Что ж мне их теперь выбрасывать? Ну просто говорю правду, потому что я, честно говоря, переживаю, что когда я пользуюсь материалами, и если я говорю название, люди начинают тратиться, покупать их, а потом им не нравится. Иногда мне пишут, что купили что-то, потому что я этим пользуюсь, и оно им не понравилось. Особенно это касается дорогой бумаги. И вот такая кисточка. Фирма Princeton.
Это замечательная фирма, замечательная кисточка. Значит, что у нас тут написано? У нас тут написано просто, что это Princeton Round номер 10, 50 на 50 R. Это означает, что ворса. 50% колонок, 50% синтетика. Замечательная кисточка, мне, например, нравится. Если вы посмотрите в YouTube, то многие люди критикуют их. То есть они нравятся не всем. Но мне нравится эта серия. Принстон делает замечательные натуральные кисточки, они, естественно, дорогие. И хорошие синтетические, которые подешевле, но тоже не самые дешевые. Но дешевле, чем DaVinci кисточки, чем вот эти. Альбом. Заканчивается у меня этот альбом, кстати. Последняя страница. Вот его обвертка этого альбома. Вот так выглядит. Давайте-ка я сейчас выключу свет, чтобы было лучше видно. Сейчас не блестит. Мне для рисования это темно. Но показать картинку вот такую, то есть это нормальное освещение. Кто-то меня спрашивал про размер и спрашивают обычно в европейских рамках, типа это А5, А4. Я не знаю, я уже отвыкла от таких размеров. Здесь написано, что это 9 инчей дюймов на 12 дюймов. И бумага 110 паундов, это 230 грамм на метр квадратный. То есть это не толстая бумага. Я обычно рисую, когда рисую на хлопковой бумаге, то на более толстой бумаге. Это самая обыкновенная бумага. Альбом стоил всего 6 долларов. То есть это недорогой альбом. В принципе, он неплохой. Бренд называется US Art Supply. Ну, естественно, это фирма, которая их продает. А кто их делает, я не знаю. То есть они их где-то заказывают, кто-то им делает, может, в Китае. И продают альбомы в Америке. И в Америке эти альбомы самые дешевые. Их обычно покупают детям. Ну что, давайте начнем. Такую работу можно делать и без рисунка. Но мы сделаем небольшой рисунок. Мы отделим небо от линии океана. И здесь нам надо принимать решение, независимо от того, что там на оригинале, потому что мы не делаем полную копию. И формат у меня не совпадает. Соотношение длины и высоты у меня не совпадает. То есть мне надо менять это соотношение. И примерно вот здесь, чуть выше середины, я сделаю линию горизонта. То есть это соприкосновение воды и неба. Когда мы рисуем ландшафты, мы говорим, что это линия наших глаз. Когда мы смотрим на океан, на море, то горизонт всегда совпадает с уровнем воды. Вот мы будем вот так смотреть, что у нас больше видно воды, чуть меньше неба. Теперь я бы хотела сразу отделить вот эту часть, где идет волна. Тут у нас будет подниматься, опускается, опять поднимается. В конце волна должна прийти сюда и вот тут быть выше. Вот здесь почти по центру. Это волна, которая на горы похожа. И тоже ее как линии рисуем. Если не хотите, чтобы были карандашные линии, то их надо делать слабыми. Здесь у нас есть какая-то скала. Это вот так мы ее поставим. Ее как-то здесь почти незаметно художник сделал. Такие работы обычно рисуются в студии. Я имею в виду масляные работы. То есть не было там никакого камня, никакой скалы. Вот здесь внизу я вижу еще какой-то камень. Ну, теперь на небе, да, можно разметить. Например, что вот сюда мы пустим желтоватый оттенок. Впишем. Вот так. Вот здесь все будет темное внизу. И вот где-то вот так пойдет серый оттенок. И все это должно плавно переходите в друг друга. Начинаю с натуральной кисточки, вернее полунатуральной, потому что она держит больше воды. Здесь у меня уже есть краска от моей предыдущей работы.
есть такой темно-синий у меня оттенок. Эндокриновый, по-моему. Ну, вот такой вот более-менее получается вот со всего этого серый. И подойдет мне для начала. Чем отличаются плохие бумаги от хороших? Тем, что на плохой бумаге надо все сделать с первого раза. А это сложнее. То есть, если я хочу сейчас сюда добавлять оттенки, ну, наверное, вот в данный момент еще есть возможность. Но через где-то 2 минуты все, окно закроется. И больше этот участок трогать нельзя. Ну-ка, давайте теперь более светлый. Голубой впишем, это кобальт. Он даст небольшую грануляцию, но мы этого не боимся. Тут можно провести пару мазков кобальта. Все, дальше мне быстренько надо вписывать желтый. На желтый я хотела взять натуральный оттенок. Это у меня сиена натуральная. И немножко кадмий. У меня есть тут кадмий такой более горячий. Вот здесь. Это хороший бренд. Даже вот такой маленькой точечки хватит надолго. Про краску сегодня я и не говорю. Какой это бренд. Неважно какой бренд. Если она у вас профессиональная, эта краска. Любой бренд подойдет. Я в последнее время как-то больше пользуюсь Rose Gallery, но это потому, что она мне легко доступна, так как она у меня всегда в машине, эта коробка. Ну что, надеюсь, не сильно поздно. Посмотрим, что с этого получится. Вот уже начинаются вот такие вот разводы. Это, кто его знает, что получится. Если бы эта бумага была хлопок, то, конечно, ничего бы этого не было. Да, вот это теперь все опасные моменты. Вот это вот начинать растушевывать. Ну, хочется теперь вот сюда поярче что-то вставить. Давайте-ка возьмем лимонный. Лимонный — это самый яркий, светлый. Ох, какой он вышел яркий. Я, конечно, такой яркий не хотела. Ну что ж, теперь будет ярко. Будем проявлять креатив. Вверх хотелось бы еще темнее сделать. Сейчас мы его более серый такой сделаем, чтобы было не сильно голубое, не сильно синее. Чуть-чуть зеленого. Сразу более серый получается. Он такой вроде и синий, но и не яркий. Вот они, эти опасные моменты. Сейчас кисточка почти сухая. Краска густая. И за счет этого получится. То есть с такой бумагой надо как-то больше думать про технику. Если вы рисуете на хлопке, то можно забыться. Но мне пишут люди, что не нравится им хлопок. Сейчас больше воды набрала, и я не уверена, будут разводы или нет. Но вначале, когда проводишь мазок, то все нормально. А потом, кто его знает. Так, вот тут темнее. Теперь с другой стороны. Вот здесь я хочу сделать светлее. То есть я добавлю чуть-чуть кобальта, смешаю, чтобы не было сильно голубое. Так что же я хотел сказать. Пишут мне люди, что вот так по моей рекомендации покупают дорогую бумагу, хлопок, она мне нравится, она съедает цвет. Да, хлопок — это для многослойной живописи. Хлопок — это когда можно много водить кисточкой по бумаге. Вот здесь уже все, вот тут вот уже, видите, грязь получается. Слишком много мазков, слишком много я туда лезла. Надеюсь, оно ничего высохнет.
то в хлопке, конечно, это все можно исправить, можно вымыть, второй раз покрыть краской. Можно не вымывать, оно и само выровняется, когда высыхает. Так, вот здесь я хочу голубеньким провести, чтобы было более-менее понятно. Сейчас мы вот здесь вымоем немножечко, чтобы было вот такое, как волна, когда получается. Теперь с этой стороны я хочу темнее сделать. Теперь вопрос, как это темнее сделать? Потому что нужна густая краска. Эти краски, они не предназначены для того, чтобы густо рисовать. То есть это бренд профессиональный, но не из тюбика. Вернее, из тюбика, но уже давно высохли. Вот такой оттенок. Вот такой оттенок хороший. И вот тут внизу. Вот примерно вот так. Все, дальше не буду с этим шутить. Сухой кисточкой почти. Немножко вот здесь разотрем. Вот этот мазок последний, который я добавила, уже было поздно. То есть уже начинает давать вот эту границу, то есть расходиться. Это как раз тот момент, когда 2 минуты прошло. Дальше уже нельзя ничего делать. Хочется дать небольшую розовую полосочку здесь. Ну-ка вот эту краску возьмем. Даже не знаю, что это за цвет у меня. Ну, такой пойдет, не сильно яркий. Кисточку вытираю, чтобы не было сильно мокрое. И вот здесь мы даем полосочку. Так, ну что, теперь вот сюда я хочу дать немножко желтого, так как здесь у нас будет наша полоска освещения. Я смотрю, что в этой работе она поворачивается, эта полоска, не знаю, почему она поворачивается. Может, что-то там предполагается, что что-то дает тень. Не мешает бы это высушить, если я нечаянно коснусь вот здесь кисточкой с водой, то все это нарушится. Я сделаю так, начну рисовать вот тут, вот эту часть внизу. Тогда это подсохнет, и я смогу рисовать потом вот этот оттенок, вот этот участок. Значит, здесь нам сначала надо задать общий цвет. И это будет такой слабый серо-голубой оттенок. Такой пойдет. Потому что нам нужно создавать эту пену. И если вы присмотритесь, эта пена на самом деле не белая. На ней здесь много разных оттенков. То есть вот это нам надо, чтобы было не гладкое. Вот такое все. Все вот такое вот. Тут я вижу чуть-чуть больше голубого. Вот с этой стороны по какой-то причине больше голубого. Да, но кажется, что оно белое, но на самом деле, ну, не белое. Конечно, кое-какие участки вот здесь мы оставим. Вот тут кусочек гребня оставим. Так, вот здесь внизу тоже можно все это светлее даже надо. Не знаю, сколько эта кисточка выживет, если я буду вот так рисовать. Они часто после 10 работ вот такого рода, они уже теряют свою жесткость и мягкость и кучность. Так, вот таким можно немножко здесь дать. Тут как-то освещение идет. Это сильно гладко получается. Ну, промокнем. Такое, как будто небо делаем. Тут местами тоже промокнем. Вот здесь случайные белые полосы. Это хорошо. Мы тут чуть-чуть сейчас тоже
промокнем. Вот такой участок получается. Ну что тут? Сейчас я высушу. Всю работу можно не сушить, а только там, где надо. Теперь вот сюда кусочек должен пойти очень темный. С этой стороны тоже. А вот тут уже немножко зелень даже видно, то есть уже светлее. Давайте сделаем сразу темный. Беру другую кисточку, вот эту, потому что у нее кончик острый. Ага, вон она выпадает прямо, ну, прямо на глазах выпадает. Мне, наверное, придется ее поменять в процессе рисования. Я боюсь, что она просто отскочит. Да. В ней получается и эта ворса тут проворачивается, и эта палочка проворачивается. Посмотрим, может, смогу ей хоть дорисовать. Ну так представьте, купить кисточки, а потом вот такое вот, и очень быстро вот это вот безобразие происходит с ними. Так что смотрите сами. Значит, здесь у меня такой он вроде как и зеленый оттенок, а вроде как и серый. То есть такой темно-густой серый зеленый. Вот это сильно он ядовитый. Фиолетовый нужен, вот что мне надо. Мне кто-то написал, что им так не нравится фиолетовый, что они, когда покупают набор фиолетовый, сразу вытягивают и выбрасывают. Хорошая краска фиолетовая, он серый какой делает, зелено-серый. Замечательный оттенок. Сейчас попробуем его немножко. Это тонким, а это толстым. Он хороший оттенок для океана. Хочу его выбрасывать. То есть это у нас фиолетовый и зеленый. Ну, я еще добавила синий, чтобы более холодный был. Можно просто брать фиолетовый и зеленый. И вот такие оттенки будут получаться. Так, на заднем плане я вижу маленькие волны. И почему я их вижу? Потому что там светлые такие участки есть. Но эти участки должны быть не белые. В акварели можно, конечно, сначала создать этот задний план, а потом более темным делать. Можно сразу сделать темным, а потом размыть. Давайте я сразу сделаю темным, так как уже набрала, а потом размою. Значит, у нас вот так будет проходить полоса. Местами более толстая, местами более тонкая. Вот здесь она должна посветлее быть. Тут вообще светлее. А для этого я ее толще делаю, потому что кисточка светлее рисует тогда. Так, боком специально, чтобы были пропуски. Тут будут кое-какие видны волны. Такое яркое это не будет. Я потом закрашу. Теперь то же самое с этой стороны. Вот здесь мне нужны пропуски. Опять же, они такими яркими не будут. Это они пока такие. Вот здесь я вообще хочу вот так провести этот океан, чтобы была как будто бы дорожка. Ну все, пока пусть так будет. А потом я сделаю чуть светлее. Здесь неудачно у меня, как вода как будто бы поднимается. На самом деле должна быть ровная полоса. То есть вот этого горба волнистого не будет на заднем плане. Но рука дрогнула. Может быть, так и оставлю, может, исправлю. В принципе, если бы я не сказала, никто бы не заметил. Я единственное, что сделаю, пока он свежий. Здесь промокну, чтобы он не был такой яркий. Пока краска еще
Вот здесь свежая, она уже чуть-чуть подсохла. На этой бумаге краска высыхает очень быстро. Буквально 2 минуты и уже, как я вам говорила, поздно. То есть можно вот сейчас выравнивать эти светлые мазки. Тут у нас будет бушевать пена. Можно чуть-чуть даже вытереть, промокнуть вернее. Здесь будет тоже пена, чуть-чуть промокнем, чтобы край был неровный. Ну, вот так уже, в принципе, достаточно. Теперь мне нужна эта же краска, но чуть светлее. Давайте-ка я вот этот желтый возьму. Вот как некрасиво. Поярче, поярче. Давайте-ка зелененький добавим. Он-то, участок этот и вправду не сильно зеленый, красивый, но все равно светлая такая приятная краска. Значит, вот здесь у нас идет волна, то есть вот эта часть под волной будет сильно темная, но вот здесь, где она поднимается, участок должен быть светлый. На этом участке редко видно пену из-за того, что краска, из-за того, что волна тут светлая. Вот здесь тоже, но нам красота не нужна в конце, в углу, в стороне. Теперь вот этот кусочек тоже, тоже светлый. И вот тут тоже светлый. И вот здесь даже доходит светлый. Здесь я уже сейчас просто пятнами буду делать. Тут тоже у нас пятнами промокаем. Тут пятнами промокаем. Где еще краска светлая? Вот тут теневая часть, но все равно видна такие светлые участки иногда. Здесь тоже пятнами. Вот здесь пятнами. Вот тут много разных пятен. Они, правда, уже не светлые, но темнее сделаем потом. Промокаем. То есть что здесь должно безобразие получаться, чтобы не было ничего гладкого. Теперь пока это будет высыхать, я перейду вот сюда, опять на вот этот участок, и вот тут кусок темный, но светлее, чем вот это. Почему светлее? Потому что зелень уже видно. Но я имею в виду нам по цвету. Если уже виден цвет, то значит светлее. Почему на самом деле светлее? Ну, ближе подходит к берегу. Уже немножко песок виден, плюс ближе волна, она более тонкая. Из-за этого видно солнце через нее. Я думаю, такой оттенок подойдет. Не подойдет, потом сделаем темнее. В акварели главное сразу не сделать сильно темно. Значит, нам надо и вот здесь пену сохранить. И вот здесь, с этой стороны, тоже пену надо сохранить. Тут кусочек волны такой ровненький, а дальше пошла пена. Значит, здесь у нас, что у нас эта волна, она идет вот так и исчезает. Вот так и исчезает. А вот здесь идет другой участок с волной небольшой. И вот тут у нас создается как течение волны, то есть такими вот полосами. Теперь вот здесь, видите, как он умело вот здесь заметил, чтобы просто показать гребень. Сзади такое туманное все, то есть мы даже не понимаем, что тут происходит. Какие-то маленькие волночки. Там есть сзади маленький кораблик, мы его рисовать не будем. Он такой маленький, что его надо рассматривать. Да, не доживет эта кисточка до конца этой работы. Там уже вода внутри. Это первый раз у меня такое, что кисточка распадается прямо на видео. Если кто будет эту художницу смотреть, то не пишите ей ничего, потому что это не ее вина.
что да Винчи, используя ее имя, делает такие кисточки. Ну, да Винчи на самом деле хороший бренд. У меня есть кисточки да Винчи, другие натуральные. И они хорошие кисточки, я бы сказала. Так, вот тут что было вот так побольше. Побольше, как грязи, я бы сказала, не грязи даже, а такого непонятного. Вот эту четкую линию размыть и протянуть вот так. Видите, уже получается, как будто волна там. То есть, чтобы создать в акварели волну, сначала надо сделать сверху темные, потом чуть-чуть край намочить и вытереть протяжкой вверх. Вот так. И будет получаться как брызги в разные стороны. Давайте вот здесь тоже так сделаем. Потому что у нас тут тоже волна. И вот так от нее брызги идут. Вот тут тоже туман надо создать для подготовки к волне. Считаем до 10 и вытираем. Ну что, хотелось бы, чтобы это все высохло. Но я боюсь, что если я сейчас отключу камеру, я это видео сегодня не закончу, а значит уже не закончу. Давайте так, я быстренько просушу. Очень быстро просушу и пойдем дальше. Так, хоть чуть-чуть. Ну что, теперь вот сюда темный кусочек. И этот темный, он очень темный. То есть я использую фиолетовый с зеленым. Ну, вот такой вот серо получается, такой зеленовато-серый. И вот здесь у нас видна эта волна. Сейчас это четкая, потому что краска свежая, но она когда высохнет, она не будет такое четкое. Ну что, пойдем дальше. Я думаю начать вот отсюда и постепенно развивать всю эту тему. Значит, мне сейчас нужен зеленый, и я буду делать пятна вот эти, которые будут описывать пену, то есть пену надо оставлять. Какой же цвет взять, чтобы такие пятна были? Давай кадмий возьмем. Это, наверное, серый, наверное, подойдет для более нижней части. Вот здесь по центру. Такой серовато-зеленый снизу. И потом, когда он поднимается, он становится более красивый. И в красивый я уж добавлю настоящий зеленый. Вот здесь. Так его смешиваю немножко с тем серым, чтобы не был уж слишком яркий. Так, дальше еще желтого надо чуть-чуть, чтобы не потерять цвет волны, чуть-чуть желтого. Тут разная пена вот здесь внутри. То есть мы оставляем участки всякие. Теперь еще больше желтого. Такой хороший оттенок. Тут местами пену надо оставлять. Вот эти всякие беленькие точечки, это хорошо. Теперь хочу тут растушевать вот эту часть чуть больше. Видите, вот сюда так и просится темнее участок. Темнее это в акварели не всегда легко, потому что в акварели темнее делают за счет густоты краски. А чтобы сделать хорошую темную краску, все-таки краска должна быть свежая из тюбика. А иначе результат не будет такой, как хочется.
Вот, по цвету мне нравится, но по густоте я не уверена. Эта бумага, вот как я вам говорила, что с первого раза должно выйти, можно со второго, но если этот второй раз слишком быстро наступает, у вас там буквально 2 минуты. Так, ну ладно, пойдем дальше. Дальше темная. Я вот это растушую через несколько секунд. Дальше темный кусок вот здесь. У него какие-то еще и тут куски. Вот здесь теперь поднимается тоже темный теневой участок. В нем много пены. Время растушевывать. Как я знаю, краска начала подниматься. Вот если вы видите, она ее поднимает. То есть вот сюда можно сейчас быстро вписать растушевку. Дальше, ну что, спонтанно повторять все эти пятна, это просто невозможно. Но чем больше спонтанности, тем лучше. Вот здесь внизу много пены, много. Вот вижу вот одно пятно. И это пятно у нас вот такое. Вот тут пятно. Тоже такое. Давайте-ка и этим поможем. Теперь вот этим пятнам. Значит, они создают течение. То есть мы их слегка вот так вот. Вот сейчас, когда вот это темное, да, как этот кусок белый, он же не был белый, а теперь он кажется белый. Вот здесь тень, но пока я делаю пятна, а потом буду сверху слабым оттенком тень делать. Эти пятна тоже они в эту сторону текут. Чуть-чуть желтого добавить. Не знаю, уже начала кадмий использовать. Такие оттенки пойдут. Вот здесь. Вот такое пятно можно оставить. Теперь вот здесь, с этой стороны, значит, у нас вот здесь идет как плоская волна. Ну-ка, давайте чуть светлее. Плоская волна, от нее такие как потеки. И промокнем. И в эту сторону тоже. Что-то оно совсем промокнулось. Потому что здесь нужна пена. Эти пятна я по течению волны пытаюсь сделать. То есть вот это единственное, на что я обращаю внимание, это течение. И это видно по пене. Так, что у нас теперь? Давайте вот с этой, с большой волной. У нее более темные пятна. Здесь есть пятно. Потом чуть выше пятно и еще вот здесь пятно. И эти пятна промокаем. Внизу можно чуть-чуть теперь добавить, там, где пена собирается. Так, когда рисуешь, сразу ощущение, что ну черти что, ничего не получается. Все получится. Чем больше вот таких вот разных линий, тем будет круче. Давайте вот здесь сделаем пятно. Потом еще есть эффект уставания. Когда вы что-то рисуете, у вас и глаза устают, и мозги устают, и начинаете себя типа критиковать. Если так выходит, то оставьте. Когда завтра посмотрите, подумайте, ой, какой класс, и чем мне это не нравилось. У меня такое, кстати, часто бывает. Когда я оставляю работу высыхать, оконченную, неоконченную, потом на следующий день смотрю и думаю, ой, какая красота, чушь, я была недовольная. Ну что, теперь с этой стороны. С этой стороны тут пятен почти нету, да? Давайте чуть ультрамаринчика добавим. Сюда привнесем ультрамарин.
Это красивое, но опять же мне здесь оно не надо. Такое должно получаться в центре. Тут фиолетовый так и просится. Вот здесь теперь. Теперь вот сюда идем. Чуть темного еще добавим. Ну, теперь мне нужны сухие мазки, но они должны быть светлые. То есть вот это все теперь надо светлое делать. Если есть кисточка, которую не жалко, то давайте тут. Ну, теперь с этой стороны чуть-чуть разобьем всю эту белизну. Вот с этого нам теперь нужен этот бугор создать, который похож на гору. Сейчас нужен оттенок подобрать. Чуть-чуть зелени. Сильная зелень в этой палитре. Она, правда, часто сильная, свежая, потом, когда высыхает, то уже не сильно. Так, ну что, вот тут у нас пойдет такой прямо темный кусочек, который определяет эту волну. Вот тут нужно другой краской. Давайте-ка ультрамарин. Вот такой оттенок будет теневой. Может, еще даже зелени. Такой теневой оттенок, и вот так он у нас пойдет. Но высохнет, не будет такое голубое. Значит, это цвет пены на этом участке. С этой стороны пена остается светлая. Но чтобы ее показать, нам надо показывать вот здесь темные места. Так. Тут можно чуть-чуть дать каемочку. И опять промокнем, чтобы не было четкости. Вот тут теперь нужна четкая темная полоса. Давайте-ка я ее вот этой зеленью пока сделаю. Тут волна. То есть мы ее определяем такими вот не прямыми линиями, а такими вот точечками почти. Так, теперь вот здесь у нас идут брызги, и эти брызги мы тоже вот так будем показывать. При соприкосновении их, по крайней мере, должны быть такие порванные какие-то почти точки. Теперь вот с этой стороны внизу. Да, океан рисовать — это куча работы, куча. Потому что тут много слоев, и надо, чтобы вовремя высыхало. То есть эта волна, вот она поднялась, и вот здесь такой получается теперь вот тут тень. И эта тень, опять же, она такая вот ультрамаринчика, чтобы не было сильно ярко. Вот здесь тень, то есть вот это все в тени. Вот видите, вот для этого хлопок бы и нужен был, что вот такие участки на хлопке можно делать. А на этой бумаге уже кто его знает.
Вот это тоже часть в тени, сильно яркая. Вот этот участок в тени. Видите, оно постепенно-постепенно начинает собираться. Все равно еще это не тот момент, когда уже типа, о, все получилось. Тут поэтапно надо идти. Но хочется так рисовать, чтобы сразу получилось. Но акварель, она поэтапная. В акварели всегда есть вот этот момент, когда кажется, что ну все, ничего не вышло, буду бросать. На самом деле все получится. Так, вот сюда тень поднимаем дальше. Тут надо поднимать, да. Такой цвет надо сделать. К концу этой работы фиолетового не останется. Да, вот этот, кажется, уже подходит, уже лучше, уже такой более серо-зеленый. Значит, вот это сильно тут густое, кудрявое. Мне вот эту волну надо поднять вот сюда, вот эту. Так, то есть я теперь меняю, где у меня была волна, потому что мне пропорции не подходят. Ну что, теперь вот отсюда тут небольшой гребень виден. Мы его точечками покажем. Видите, сколько тут деталей, которых, в принципе, не сильно видно. Но они будут создавать вот этот гребень. Не могу я все время разговаривать. Надо либо думать про то, что я делаю, либо думать про то, что надо развлекать зрителя. Это особый талант. Им владел только один человек, Боб Росс, больше никто. Перейдем сюда. Вот у нас есть этот прямой участок. Теперь с него идут вот такие линии, которые течение показывают. Мы их не делаем сильно большими, но достаточно, чтобы было понятно. Эта кисточка этим пригодилась мне здесь, потому что она дает разного размера пятна. Тут пойдет потом более такой, более холодный такой синий участок. Ну что, идем теперь на вот это. У нас идет пятно прямо вот здесь вверху. Так его хочется сделать. И вот это пятно идет сюда. Вот здесь я думаю просто про горы. Как бы я рисовала снежную гору. И вот так я и рисую вот эту часть. Так, тут такая закругленная какая-то полоса. Разная пена. То есть пена это то, что под низом. Так, теперь вот эта волна, она как поднимается. Мы ее чуть-чуть поднимаем. И с этой стороны она как опускается, как закругляется. Здесь можно использовать этот участок. Тут удачно белый остался. Теперь
Теперь опять ультрамаринчика немножко с этим зеленым смешаем. И вот здесь добавляем, чтобы давать глубину тому, что здесь происходит. Ой, сильно яркое какое. Главное, чтобы светлое тоже не забить, которое там под низом. Ближе к краю больше темного. Тут еще больше темного. Ну, в принципе, можно вот так оставить. Уже есть ощущение там бушующего чего-то. А тут вверху хочется даже еще темнее сделать. Тяжело смешать, чтобы уже получался такой прямо темный оттенок. Черный брать нельзя, потому что глубина сразу будет теряться, глубина цвета. Что черный он такой все-таки безоттенковый цвет. Все, теперь вот здесь буквально как точечки. Так, это такое важное место. Когда высохнут эти точечки, они тоже станут частью пены. Видите, все, что было темное, казалось темное, становится частью пены. Стула скрипит подо мной. Иногда приходится целые фразы вырезать из-за того, что стула скрипнула громко в ненужный момент. Ну, вернее, не скрип, а такие, как потрескивания. Окей, камень. Камень. Чуть-чуть его красноватым надо сделать. Приятный коричневый получился. Вот здесь у нас идет камень. Потом темнее сделаем. И вот этот участок, вот этот камень, он более холодный, хотя мне теплый нравится больше. Вот этот теплый. Вот здесь тень. Давайте мы его тут тень какую-то создадим. Как будто тут кусочек его виден, а тут что-то такое темное. Ну что, а этот камень здесь. Здесь у нас он серый на самом деле. Здесь он не коричневый. Давайте вот отсюда его будем рисовать, чтобы получались вот такие вот светлые участки, как будто бы туда попадает вода. Так, теперь вертикальные полосы. Рисунок совсем не важен в данный момент. Вот здесь хочу более сухой кисточкой рисовать. Сейчас мы ее высушим. О, хорошо, тут будет как будто бы вода. О, хорошая. Хороший оттенок получается. Густая краска вышла удачно. Краска уже размокла. И она более сухо берется на кисточку. Ну что, вот здесь покажем какие-то трещины у этого камня. Вот эта часть вообще темная. Теневая. Точечки более темные оставим. И с этой стороны чуть-чуть. Так,
Так, вижу другой камень, очень темный, вот здесь. Вот здесь он виднеется. Сильно темный он вышел. Сейчас мы коричневый добавим. Нечто такое. Это участки, как будто там вода попадает. Пусть он такой и будет. Тут можно границку чуть получше сделать. Этот камень можно уплотнять, если хочется, можно не уплотнять, потому что он не несет в себе такую большую нагрузку. Нагрузку все-таки вот это все несет. Я вот думаю, что вот здесь я потеряла световую дорожку. Почему-то с этой стороны ее нету. Вот тут кусочек только. Ну что ж, дорогие друзья, вот так вышла у меня эта работа. На этом я буду заканчивать это видео. Всего вам хорошего, до свидания и возвращайтесь на мой канал.